Скоро свадьба, а вы уже задумываетесь, что выбрать – технологичность сайта приглашения или душевность бумажных пригласительных? Прислать ссылку на сайт и показать современность вашей пары? Или вручить бумажное приглашение и знать, что оно сохранится у гостей как память о самом важном дне вашей жизни? С нами можно не выбирать, а получить то, что сочетает в себе оба варианта. Команда разработчиков WeddingPost.ru знает, как важно сохранить традиции и при этом сделать свадьбу уникальной. Технология IQ RCVP – наша новейшая разработка. Сочетание бумажных пригласительных и сайта приглашения плюс автоподтверждение. Такого точно еще ни у кого не было. Чтобы подтвердить присутствие, гостю не нужно звонить или писать в мессенджеры. Гость наводит камеру на QR-код с обратной стороны бумажного приглашения и автоматически подтверждает присутствие. На сайте он ответит на вопросы о трансфере и банкете, с помощью карты рассмотрит, куда именно ему нужно ехать, и увидит расписание свадебного дня. Ответы гостей сохраняются, в личном кабинете отображаются статусы подтверждения в режиме онлайн. Сейчас расскажу, как же сделать такие технологичные приглашения. Выбираем стиль, который нам приглянется. В превью уже видно, как ориентировочно будет выглядеть пригласительный. Теперь вкладка с конструктором бумажных приглашений. Детально посмотрим, что нужно сделать. Любой текст можно изменить, сделать его другого цвета, уменьшить или увеличить. Можно добавить новый блок с текстом или фото. С обратной стороны находим QR-код, его тоже можно редактировать. Если вы сразу знаете, что он не понадобится, его можно удалить. А вот надпись «Дорогой гость». Когда вы заполните список гостей, в приглашениях появятся имена тех, кого вы ждете на празднике. Обязательно сохранимся, чтобы не потерять данные. И идем дальше во вкладку «Сайт». Чтобы ваши близкие смогли воспользоваться кодом на приглашении, сайт тоже нужно заполнить и активировать. Текстовые блоки и фон здесь тоже меняются. Надпись «Дорогой гость» снова же автоматическая. Когда вы заполните нужную вкладку, все ваши гости получат именные, персональные, электронные приглашения. Вам удобно, а гость сразу видит, что именно о нем подумали. На сайте можно добавить не только текст или фото, но и видео. Покажу на примере фотографии. Блок с опросом. Расписание. Сохраняем. Вкладка «Гости». Здесь есть один важный момент, сейчас покажу. Когда мы вносим имя гостя, вверху слева есть ползунки. Если для гостя нужен и сайт, и бумажное приглашение, оставляем оба зелеными. А если знаем, что бабушка, например, заходить по коду не станет, и мы все у нее спросим лично, то оставляем только пункт с бумажным приглашением. И наоборот, если понадобится только ссылка, первый ползунок отключаем. Для IQ RCVP я хочу оба варианта, так что оставляю. Когда все готово, переходим во вкладку «Приглашение», чтобы активировать нужные тарифы. Сначала тариф для бумажных приглашений. Оплачиваем. Теперь их можно скачать. Выбираем вариант на «ты» или на «вы» и скачиваем. А здесь можем отправить гостям ссылку на сайт через email, мессенджер или смс-кой. Теперь выбираем тариф для сайта. Возьму максимальный с опросом и денежным подарком. Готово! Сайт активен, а ваши гости могут переходить по QR-коду прямо на сайт. Мы взяли теплоту и радость бумажных приглашений, добавили к этому технологичность сайта и перехода по IQ RCVP и получили идеальный баланс. WeddingPost.ru. Создавайте свадьбу будущего уже сегодня.